Всем доброго трямса, с вами Гринни и добро пожаловать на мой канал. Прежде чем мы начнем, я традиционно попрошу поставить вас лайк, от вас не убудет, а моему каналу это очень и очень полезно. Ну что, мы продолжаем играть в проект Zomboid. Я тут по мелочи походил, покачался, значит, собирательство поднял. Где у нас тут, вот, как видите, еще на уровень и еще чуть-чуть, 169. И сейчас, чем я занимался, я искал различные, как бы, animal предметы, то бишь, вот, кал дикой козы там и так далее. У нас есть собачий свисток. Давайте попробуем поймать какую-нибудь собачку, может быть. Так, бинокль у нас тоже, к сожалению, один. Удивительно даже, вообще бинокль вроде как должно быть... А, подождите, смотрите, у нас есть еще собачий свисток. Так, ну-ка, давайте поиск бродячих собак. Бордер колли мы нашли. Окей, давайте мы сейчас поставим ее пока, пускай она здесь тусит. И попробуем еще какую-нибудь собачку найти. Вот так вот. И мы австралийскую пастушью нашли собачку. Что мы можем попробовать сделать? Мы можем попробовать найти корову. Кал дикой коровы. Также нам понадобится веревка для этого обязательно. Ну вот давайте три штучки возьмем, да? И попробуем искать с... Так, подождите. Вопрос в том, вот эту вот надо вот в основную или в дополнительную руку брать. Ну давайте в основную руку возьмем ее и попробуем, значит, что-нибудь найти. Посмотрим, сейчас будет у нас расходоваться кал дикой коровы или нет. Вообще, корова ищется с любой собакой без проблем. И что, я что-нибудь нашел? По-моему, ни хрена не нашел. Вопрос в том, возможно, может быть, уровень нужен больше. Я черт его знает. Ну давайте, вот, в принципе, да, видите, две штуки он нам разрешает поискать. По-моему, мы ни черта таким образом не найдем. Мы только сейчас промокнем нафиг и простудимся. Печаль, беда, разочарование. Так, значит, у нас есть тут полотенце. Давайте мы вытеремся. Вытремся, точнее. Что-то как-то не получается, ребят. Может быть, нужен уровень больше для того, чтобы что-то такое найти. И там тетеньку какую-то, по-моему, убивают малость. Наполним бутылочку, давайте еще раз, потому что мы сразу напились с нее. И, значит, по этому поводу мы подумаем чуть-чуть попозже. Я, может быть, посмотрю еще какие-то вики. Так, ну, а это пока мы тогда закидываем вовнутрь. Не получается, к сожалению, у нас ничего найти, как это ни странно. Ну, возможно, что надо просто прокачивать уровень больше. Так, свежие ягодки давайте поедим. И что мы еще можем сделать? Давайте посмотрим, что мы можем построить. Давайте австралийскую пастушью тоже сюда куда-нибудь выкинем. Она нам здесь сейчас не нужна. Ох, какая симпатяга. У нас есть колли, у нас есть австралийская пастушья. Жалко, боевых собак мы с вами пока так и не нашли. Ну да, я сейчас быстренько глянул. Нужен второй уровень охоты, как я понимаю, для того, чтобы что-то подобное найти, ну, найти, как бы корову там и так далее. То есть охоту в любом случае нам надо с вами прокачивать. Но пока мы будем с вами заниматься прокачкой строительства. Ну, точнее, не прокачкой, а попробуем сделать водонапорную башню. Значит, нам нужно 30 черепицы. Так. Пайп-блендер. Вот, слушайте, вот это, по-моему, я уже где-то находил, да? Колодец нам нужен сначала, как я понимаю. Это, по-моему, в каменной обработке у нас. Да, вот у нас колодец. Так, чем отличается? Либо с мортара, либо с ведра с бетоном. Поддон камней три штуки, ядрить твою налево. У нас такого количества точно нету. Надо нам, значит, собирать материалы. Ну что, окей, значит, я пойду собирать материалы. И встретимся мы с вами после того, как у нас все для этого будет готово. Ну, что я могу вам сказать? Попытался я поискать камень в шахте. Я вам хочу сказать, что это, блин, просто рабский труд. Камня мы нашли тут 11 штук, а надо нам 300. Плюс 100 у нас вот там вот есть, вот лежит соточка с палета. Но также, как видите, я тут много чего другого нашел. Кучу всякой руды, бокситы, золото, медь, олово, свинец, в общем... Нормально так поискал. И смотрите, что у нас здесь. Сейчас я сюда сложил еще мясо испорченного. Скоро, я думаю, что оно нам тоже даст червячков. Как видите, у нас 15 червей здесь появилось, что очень удобно. То есть, когда вы разделываете тушки, вам неизвестно, куда вообще девать вот это вот мясо с душком. Его можно, оказывается, очень даже неплохо складировать вот в этот вот ящичек, который у нас занимается перегноем, и получать червей. Так что мы теперь можем все наши ловушки спокойно зарядить червячками и качнуть себе еще охоту. Так, давайте все мы это дело заряжаем. Я пойду дальше заниматься поиском камней, но я думаю, что не таким образом, потому что в шахте, ну, очень-очень сильно расходуется наша стамина. То есть мы очень быстро хотим спать,
когда работаем в шахте. И это очень сильно печально. И еще один момент, что-то у меня никак не получается сварить кофе. То есть я пробовал все рецепты, но ни один из них не дает нужного результата. То есть я пробовал и чайник плюс кружка плюс кофе плюс вода. Вот, не получается ничего. И пустая кружка плюс кофе. Вообще нету такой возможности сделать кофеек. Хотя, в принципе, кулинария у нас с вами уже скоро, ну так, 4,5 уровень. В принципе, уже должны бы дать нам возможность, но, к сожалению, не дают. И сейчас я вычищаю вот тот склад, вот этот вот. Но я это вам опять-таки показывать не буду. Я вернусь, когда будет что показать. Ну что, ребят, я практически полностью обшарил склад, который у нас находится снизу, и камней я нашел всего один поддон. То есть нам надо еще штуку 80, чтобы сделать колодец. Я собираюсь пойти на наш тот склад, может быть, там еще остались какие-то палеты с камнями. Но я хочу сначала сделать так. Ну-ка, вот, дождевое пончо. Давайте мы его сейчас наденем. Вот так вот, дождевик вместо свитера. Кстати, что там по жаре, температура десяточка. Да, кстати, ребят, я хочу заметить, что начало холодать, время от времени появляется снежинка, то есть вместо жилета мне уже пришлось одеть свитерок. То есть у нас какой там день сейчас получается? Шестой месяц, что ли? Или месяц первый? Черт его знает. То есть может быть и сентябрь уже. Может быть и сентябрь, это значит, что в принципе скоро у нас начнутся холода, первая зима. Я запасы уже пуховичком, то есть мы уже... не прогадаем, мы уже не замерзнем, но в любом случае будут проблемы с едой, скорее всего, но на это у нас есть консервы, которых я тоже запас довольно-таки много, плюс я думаю, что мы продолжим охотиться, и я надеюсь, что зима нам в этом не помешает. Опаньки, кто-то тут стреляет-то так хорошо, а? Жалко, что действительно здесь нет каких-нибудь неписей, которые тут тоже пытаются выживать. Было бы, наверное, зачетненько. Хотя, с другой стороны, проблем было бы немерено. Новых совершенно. То есть, эти-то товарищи смогут вынести и двери там с дробовика, допустим. Во всяком случае, когда играешь на мультиплеере, с этим проблем у людей не возникает. Так, знаете что? Мне кажется, нам надо забуриться вот на этот склад. Здесь вот у нас есть тоже складчанский. Его я практически не обыскивал. Тот склад я уже обыскивал полностью. И там, возможно, что и нет уже палетов с камней. С камнями, с камней, да. А нам нужна еще одна палета. Вообще, на самом деле... Так, червячков давайте забираем обязательно. Вообще, на самом деле, камень добывается, оказывается, очень-очень сложно. То есть, его добывается мало. Добывается все подряд из этой вот шахты, да? А не то, что нам нужно конкретно. То есть вот очень жалко, что нельзя сосредоточиться на поиске чего-то отдельного. Так, вот это все мы разбираем. Я прокачиваю электронику сейчас потихонечку. Ну, пытаюсь ее прокачать, да. И поэтому нам надо все, вот что мы электрическое встречаем, все это дело я буду разбирать. Так, зажигалочка, кстати, подождите, где зажигалочка? Вот зажигалочка. Зажигалочки тоже нам пригодятся. Я так и не понял, чем она заправляется. Я нашел только жидкость для стартера. Но это же, блин, не жидкость для зажигалок. Вот упаковки резиновых шариков тоже забираем, гвозди, солнечные панели, две у меня уже есть, но там вроде как надо прокачиваться настолько, блин, круто в электронике, что я думаю, что мы не доживем просто до этого момента. Поддон с кирпичами, это нас тоже не интересует. Проволочная сетка, кстати, давайте заберем, сетку-рабицу я тоже забираю, там она нужна для, по-моему, курятников или крольчатников, для этого всего она нам пригодится. Что? Вот, поддон с камнями. Да, ребят, мы нашли то, что нам нужно было. Давайте сейчас еще почекаем, тут по мелочи соберем, чтобы просто так не бежать на склад. Заберем все, что нам попадется. Еще один четвертый бур, ребята. Но бур я уже точно брать с собой не буду. Он, наверное, в сумку не влезет, естественно. Но будем знать, что на этом складе у нас есть еще один бур. Да, ребята, и еще один поддон с камнями. В принципе, неплохо. Очень даже неплохо. Давайте, кстати, топорик еще один заберем, потому что можно, конечно, чинить до посинения топоры, но можно и просто пользоваться, забирать другой топор и не париться с починками. По крайней мере, пока у нас есть другие топоры. Алло! Дядька, ты чё, ты меня напугать решил, что ли? У тебя это получилось, я чуть опять не обгадился. Я думал, что я здесь все уже прочекал. Так, подождите, что значит? У меня чё, отвертка накрылась? А чё, я не могу... Во, разобрать могу.
паяльники всякие, кстати. Паяльник я уже, у меня он уже есть на базе, поэтому он нам не нужен. Вот гвоздики, вот этот вот бендер, он там тоже нужен для чего-то, для какого-то крафта. Я смотрел не так давно, не помню точно для чего, но для чего-то он нам будет необходим в ближайшее время. Вот этот вот приемничек давайте мы поднимем и тоже разберем. Так, ну-ка. А что я выбираю сейчас? Ну, давайте попробуем приемничек. Вот он у нас. Давайте разбираем это дело. Все, ребят, давайте отдыхаем здесь по-быстрому. Что такое? Отдохнуть не... А, отдых не нужен, да, нам? Ну, окей, я не буду переживать по поводу того, что нам не надо отдыхать. И побежали, побежали, значит, заниматься строительством. Нам, у нас появилась возможность сделать колодец. Правда, я не уверен, есть ли у нас бетон. Там, по-моему, одно ведро у нас было. Хватит его на колодец, не хватит, не знаю. Потому что камней 300 штук уходит на это дело. Поэтому, может быть, и не хватит. И надо будет еще и шахту делать, по-моему. Я избавился от этого долбанного перка, который у нас определял, что у меня толстая задница и не давал нам нормально бегать. Все, в общем, я сбросил вес 84 там с копейками, по-моему. Неплохо было бы, наверное, и до 80 похудеть. Сколько я там сейчас? Сейчас я 84-65, да. В общем, есть куда еще стремиться. Обычно люди в таких условиях пытаются жирок накопить, а я, как видите, пытаюсь его сбавить, потому что он нам мешает, он не дает нам нормально жить. И еще что надо сделать, надо будет пойти все канистры заправить, потому что, черт его знает, электричество может пропасть в любой момент. В принципе, оно может очень долго быть, а может просто исчезнуть просто в одночасье и оставить нас без всего, там с парой канистр каких-нибудь заправленных. А я все-таки хочу попользоваться генератором. И да, кстати, ребята, в гидрокрафте есть погреб. Есть погреб, но я его пока еще не тестировал, поэтому не знаю, как он работает. Так, давайте мы сейчас все покидаем, все, что нам не нужно, по ящичкам, и тогда вернемся к записи. Так, все, в общем-то, я разгрузился, там только зажигалочки остались. И что нам нужно, значит? Нам нужно деревянное ведро, три доски. Пойдемте посмотрим, есть ли у нас тут деревянные ведра. Так, деревянное кольцо есть. Значит, нам в любом случае понадобится веревка. Кстати, подождите, а толстая веревка там нужна или нет? Толстая веревка нужна, да? Дальше, соответственно, возьмем обычных веревок, штуки три. И нам еще понадобятся гвозди. Гвозди и три доски, да? Три доски. Значит, ведро мы сделать уже можем с вами. Давайте сделаем вот деревянное ведро. Готовченко. Сделали. Отлично. Значит, что дальше нам понадобится? Пам-пам-пам. Деревянное ведро с бетоном и шахта нам еще понадобится. Господи ты, боже мой, еще одна шахта нам нужна. А бур-то у нас... А бур у нас здесь есть. Так, значит, обновить шахту. А где просто шахта? В обработке камней, все верно. Значит, бур, толстая веревка, три колышка, деревянная лестница. Деревянная лестница нам еще понадобится тоже. Давайте, значит, мы сделаем здесь крепкие палки, штуку. И что там нам, значит, понадобится? Значит, деревянная лестница. Так, 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 так. Вот она, деревянная лестница. Значит, а, два бруса еще понадобится. И столярный верстак. Два бруса, это значит, что нам надо два бревна надыбать где-то. Бревна у нас вот здесь вот лежат, насколько я помню. Давайте мы возьмем пару штук. Я надеюсь, что мы сдвинемся вместе с ними, а то у меня тут в инвентаре много всякого говна лежит. О, тяжко, тяжко. Столярный верстак. А, кстати, подождите, еще одна толстая веревка нам нужна для шахты. Ой-ой-ой-ой. Так, столярный верстак. А, подождите, секундочку. Деревянный брус, столярный верстак. Все верно. Так, значит, сделать брус, две штуки. Есть контакт, все готово. Теперь пойдем собирать. Все у нас для этого есть. А, доска 6 штук еще. Еще 6 досок надо. Ядрицкая сила. Как это все перенести-то на своих хрупких плечах? 3, 4, 5, 6. Готовченко. Так, по-моему, я не могу столько... А, нет, все нормально, 6 досок взял. Столярный верстак, их у нас теперь случайно стало 2. Лестница готова. И теперь нам надо выкопать шахту, да? Копать шахту, бур и 3 палаточных колышка. Ёшкин ты морковкин, я вообще сдвинусь. Палаточные колышки у нас где-то тут должны быть, вот они. Я говорил, что нам их много понадобится. И бур. А, мы можем прямо здесь сделать, давайте вот так вот. Чтобы не таскать этот бур с собой, сделаем ее прямо рядом, его точнее. А, ее, да, шахту, прямо рядом. Так, сделали. Теперь мы можем делать колодец. Что нужно для колодца? А, я его сюда вот в избранное не добавил, поэтому нам нужно опять обработка камня, по-моему, да? Или каменная кладка. А вот, значит, шахта, три доски, деревянное ведро с бетоном. Ну, давайте три доски отсюда сразу возьмем. Я надеюсь, что мы это все допрем. Две доски только взяли, вот говно. Ладно, давайте вот пилу сейчас, отвертку уберем и охотничий ножик туда. Еще одну досочку мы сможем взять?
не можем. Печаль, беда, разочарование. А сейчас? И сейчас не можем. Ладно, давайте мы это тогда дело сейчас все отволочем туда вот, где мы будем делать этот долбанный колодец. Там, где у нас сейчас лежат палеты с камнями. Эх, поместилось бы это все еще туда на пол. Так, поддон камней. Давайте вот сюда вот. Кстати, да, вот у нас поддон камней валяется здесь. И так, поддон камней. Сюда же давайте выкинем досочки, ведро. Так, прочная палка нам не понадобится. Ну, так, а что такое? Почему я такой перегруженный? А, шахта тут у нас, да? Значит, еще нужна одна доска. Пойдемте возьмем. Так, все взяли, давайте докинем здесь досочку эту. Веревки сюда же, давайте. Прочные палки я так и не выкинул. Надо бы их куда-то просто на пол пока выкинуть. Нам нужен еще бетон. Значит, вот оно у нас, деревянное ведро с бетоном. Не знаю, хватит нам его. Мне кажется, не хватит. Надо будет сейчас еще делать. Еще делать цементус. Так, ну, естественно, нам не хватает этих ведер с бетоном. И что нам еще там надо-то? Значит, нам надо еще, значит, мастерок и поддон с камнями нам надо упаковать. Давайте пока шахту выкинем здесь, потому что, ну, таскаться с ней это вообще не вариант. Берем, значит, поддон. Не знаю, что там надо для того, чтобы упаковать. Ступкой в дополнительную руку. Толстая веревка, возможно. Вроде бы да. Конструировать точильный камень, упаковать палету камней. Вот так. Значит, еще одна палета камней. И нам надо сделать еще цемент, да? Чтобы сделать цемент, нам надо сделать... Так, подождите секунду. А где у нас... Что-то я не наблюдаю. Мешок с гравием, литейная форма. Пам-парам-пам-пам. Значит, все время забываю. Ну, потому что такую информацию всю держать в голове, это дохлый номер. Вот, кстати, смотрите, make mortar. То есть можно сделать еще вот такую вот шляпу. Но для этого нам нужен, в принципе, известняк. Три серой глины. Там, потому что рецепт есть еще и с мортаром. Давайте попробуем с ними сделать. Смолец, известняк и серая глина. И ступка с пестиком. Нам надо взять ступку с пестиком. Все остальное у нас имеется. И известняк даже имеется. Отсюда забираем мы ступку с пестиком и мастерок. Он нам тоже пригодится. Ну и давайте попробуем сделать этот самый мортар. Что там, говорите, нужно? Ступка с пестиком, глина серая и известняк. Три штуки. А, блин. Немного мы сделаем, честно говоря, по всей видимости, да? Мортара мы сделаем, к сожалению, немного. Вот он. Максимум 3, а надо, по-моему, 8. Вот на что у нас идет смолец, как видите. Так, серая глина. Подождите, а куда мы его сделали? Вот он, мортар. И мешок с цементом, значит, бетонный слиток нужен. Так, вот она, бетонная плита. И вот это тоже давайте добавляем. Значит, тут нам что понадобится? Уголь, литейная форма, клещи, мешок с гравием. Так, а клещи у нас, конечно же, опять наверху. Ну, все как обычно. Забираем отсюда костяной порошок, уголь. А, вот литейная форма. Кстати, интересно, а литейная форма, я что-то так и не понял, тратится она или не тратится? Что у нас? Подождите секунду. Тут я вижу... А, вот еще уголь есть, да? И мешок с гравием здесь есть. Все, что надо, все имеется. Зажигалка, рабочие рукавицы. Так, а мешок с... В смысле? А это что? Не мешок с гравием? А, тут остаток вообще нулевой практически, да? Эй, черт. Вот так всегда. Значит, надо мешок, значит, надо гравий делать. Ну что, ребят, на самом деле, ладно, я сделаю тогда все необходимое нам. И тогда мы в следующей серии уже с вами все это дело мы сделаем. А пока, так, кстати, анкор, вот этот вот анкор, всегда анкор, можно, в принципе, вот так вот здесь зафиксировать. Тогда это не будет у нас здесь занимать место, и сюда можно будет складывать предметы. В смысле 10 тысяч из 50? Алло, вы что, прикалываетесь, что ли? То есть я не могу, да? 10 тысяч вес, стало еще хуже, в принципе. Стало еще значительно хуже. Так что на будущее имейте в виду. То есть рядышком ничего складировать не получится. И это очень большая печаль. Ну и на этом мы с вами все-таки заканчиваем эту серию. Если она вам понравилась, то, как обычно, ставьте лайки. Лайки двигают мой канал. И, соответственно, чем их больше, тем мне больше хочется делать новые видосики. Так что я надеюсь, что вы меня поддержите. Также заходите в группу ВКонтакте, на стримы, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а с вами был Гриний, всего доброго, всем пока и отличного настроения.